Здорово, дорогие друзья, с вами Волкин, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы поиграем в игру, про которую многие даже, возможно, и не знают, а некоторые уже забыли. Друзья, чтобы вы понимали, прямо сейчас на ваших экранах игра 2005 года, это, понимаете, ей 15 лет, этой игре. Этой игре 15 лет. В чем же суть? Называется она Rigs of Rods, и в то время... Я не знаю, на самом деле, я сейчас просто уже немножко поиграл в нее, потому что мне казалось, что она на сегодняшний день будет выглядеть намного страшнее, но, блин, типа, я бы не сказал, не знаю. Я понимаю, что здесь как бы сейчас с модами игра, но тем не менее, все равно сам основной движок это 2005 год, и, блин, черт возьми, выглядит все прекрасно. В общем, друзья, в чем суть этой игры? Да, дело в том, что это просто отец... той самой бимки, которую мы с вами любим. Той самой Bimenji Drive. Потому что в 2005 году выходит игра под названием Rigs of Rods. Конечно же, в то время я в нее играл. И сказать, что я был в ахуе, это ничего не сказать. Потому что я сейчас вам покажу. Понимаете, игра ничем не хуже, грубо говоря, чем бимка. По сути, Bimenji Drive... это продолжение Rigs of Rods. Я не знаю, почему они тогда забросили как бы на Rigs of Rods. Она как-то, знаете, так, что-то кто-то они там знал, кто-то в нее что-то играл, потом какие-то моды там появлялись, и на этом все закончилось очень быстро. То есть просто те, кто реально знал, что есть такая игра, кстати, да, здесь можно ходить. Я не знаю, зачем как бы была сделана эта возможность, здесь можно управлять персонажем, хотя это весьма странно выглядит, и он сам по себе, вот тут уже проглядывается 2005 год. Но тем не менее, можно вот как бы передвигаться весьма странным каким-то образом, что-то тут очень-очень странно, наверное, все настраивается. От первого лица выглядит все весьма адекватно. Можно садиться в автомобиль, естественно. Также можно включать вид от первого лица, смотреть на салон и так далее и тому подобное. И вообще очень много различных фишек, которые проглядываются из Bimenji Drive. Потому что, например, если мы нажмем комбинацию клавиш Shift и C, мы можем включить фри-камеру, ту самую знакомую нам по игре Bimenji Drive. Короче, ну как бы по сути реально очень много всяких вещей. Ну а теперь основное, друзья. Вот вы не поверите, но реально. Даже возможно представим, что сейчас, ну как бы вот моделька там просто за счет того, что это мод, она как бы смотрится весьма круто и как бы, может быть, графон тут подтянут, честно, я не знаю, потому что игру скачал там, сборка какая-то самая последняя доступная была, но... сама физика игры сохранена, естественно, ну, оригинальная. И, ребят, вот, во-первых, машина реально управляется. То есть она чувствуется, ее может занести, ее может перевернуть. То есть вот, ну, как бы реально вполне себе, даже смотрите, как ведет себя резина. То есть сейчас был, знаете, подвеска, да? То есть, ну, вот все вот это вот, все вот эти фишки из, опять же, бимки нами знакомы. Смотрите, резина проминается. То есть это, черт возьми, физика мягких тел и не только физика автомобиля в 2005, блядь, году. Ну, а теперь самое, друзья... интересно, я думаю, то, чего вы хотите увидеть. Конечно же, это повреждение. И поверьте мне, да, они отличаются. Они отличаются в худшую сторону, нежели в бимке. Но тем не менее, вот смотрите, мы сейчас разогнались 110 км в час на каком-то стареньком Форде. И прямо сейчас, кстати, замедление времени, не знаю, работает или нет. 2005 год, блядь! Это просто, я не знаю. Я когда первый раз вообще случайным образом эта игра, то есть она не выпускала, знаете, ну 2005 год. Чё, какой это был год? Хорошо сказал. 2005 год, что происходило? Вы могли с отцом, там, с дедушкой, с братом старшим пойти в магазин, посмотреть, какие игры новые вышли, может быть, предварительно заглянув на форум, пойти в магазин и купить себе диск, да, с игрой. Насколько я помню, я не припомню того самого момента, когда эта игра продавалась на диске. Соответственно, найти и знать о ней могли только люди, которые, ну, вообще что-то там изучали, что вообще происходит в мире компьютерных игр. И как бы нужно было ее где-то найти, там, я не помню, на тот момент купить, или она даже была бесплатной. И как бы только таким образом в нее поиграть. И как бы я уверен, что на тот момент, это 2005 год, не каждый знал, что так можно. Не у каждого был интернет, и как бы в целом хотелось играть в какие-то игры, но возможности у многих не было попробовать эту игру. Ребят, посмотрите, это реально, ну это ж пиздец. Это реально вот, ну, просто-напросто повреждение Bimenji Drive. Также, естественно, мы можем, значит, смотрите, фишка еще игры в том, что тут есть как бы на каждой карте есть какое-то помещение, ты в него заходишь, и тут происходит выбор автомобилей. Соответственно, сейчас просто внимание! Сейчас просто внимание, пацаны, смотрите. Ля-ля-ля, я опускаю вниз. Ничего, не? Бёрнсайд. Бёрнсайд конвертибл, Бёрнсайд купе, тут, ну, где-то, видите, не прогружается. Гаврил, вот всякие различные модели, то есть, чувствуете, да? Что-то запах какой-то, чувствуете, не? Bimenji Drive, нет, по-моему, нет, что-то какие-то названия знакомые. Короче, вот как бы вот. Я честно не помню, какие. Вот эта тачка стандартная. Нет, подождите, это не стандартная. Была похожая, но была стандартная. Она называлась только не Honda Accord, это была родная тачка в игре. Родная тачка в игре, хорошо сказал. Ну, называлась она по-другому. Какие-то грузовики. Ну, короче, модов до хрена. То есть, чтобы вы понимали, в этой сборке 233 мода на тачке.
как бы, ну это прилично на самом деле. Какие-то тут шевролетики, какие-то тут седаны. Ну давайте Birdseye седан возьмем, например. Почему бы и нет, почему бы и не взять его. Так, ну-ка. Не, ну вполне, вполне. Самый прикол, то что как бы также можно опять же взять несколько машин, расставить их там, столкнуть, я не помню, может... О, дрифт пошел, ну нету, да, дыма как бы. А возможно, кстати, я в графике, просто в настройках графики не нашел... как бы нужного параметра, но вроде выкрутил все на максимум. Но, наверное, дымок-то должен быть, и следы от шин что-то отсутствуют. Может быть, из-за карты, хрен знает. Но, тем не менее, машина себя ведет адекватно. Она реально вот заднеприводный такой седанчик, который может навалить боком. И это, блин, очень круто. То есть, реально, физика в этой игре, она просто прекрасна. Давайте попробуем сейчас вот разогнаться. И, например, ну-ка, замедление времени, не, не раб... на Alt и стрелочки не работают. Возможно, она тут есть, честно, я не знаю. Ну-ка, смотрите, просто сейчас догонку врежемся в этот форт. Как-нибудь вот так вот. О! Ну-ка, смогу ли я отсюда выехать? А у меня задняя передача не включается почему-то. То есть, смотрите, опять же, у нас тачка помялась. Бля, это просто что-то с чем-то. Блин, я не знаю, как карабасом управлять. Честно, тут как бы свои какие-то нюансы по... по, соответственно, этого. Я, походу, тачку заглушил. А, вот, гир. Бля, что-то я... Она заглохла, бля. А как ее завести-то? Я хуй знает. Я знаю, что на Ай... Да, на Ай она восстанавливается по дефолту как бы в гараже. И вот как бы дальше ты снова можешь веселиться. Короче, ребят, я не знаю. Я сейчас немножко охренел, потом... Опа, опа! Так. То есть как бы... Ну, чувствуется, знаете, послабее. То есть послабее тачка проминается, что-то как-то... Ну, блядь, узнаваемо просто пиздец. Да и какого... Да какая вообще... Какая разница? 2005 год. 2000, блядь, 5 год. И тачки могли вот так мяться, вот так себя вести... Это просто космос реальный, я вам отвечаю, ну такого... Вот давайте сейчас возьмем что-нибудь побольше и попробуем в бочину въехать этой тачки. То есть, по сути, такая же песочница, как Бимка. Тоже, видите, как бы в свое время появлялась куча модов, можно было установить различные автомобили. С этой тачкой вообще все понятно, да, как бы? Ну, то есть, вообще, какие могут быть вопросы по повреждениям, я не знаю, или еще почему-то. Это просто выглядит реально круто. Магнум Дрифт, ох, нихуя себе. Нихуя себе. Вот это интересно, ну-ка, он реально будет... Блин, жалко, что нет дыма, ну-ка. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, он реально может, но нам интересно вот это вот сделать. Бах, нахуй. Воу-воу-воу, там что? Смотри-ка, ну-ка. Смотри. Блин, ну и учитывая, что это, опять же, моделька сделанная, да, то есть мы знаем, что в Бимке тоже есть модельки, которые, ну, так себе. То есть, соответственно, я не могу знать, вот эта моделька этого СРТ, она как бы действительно крутая была, или не, ну, или обычная какая-то, или вообще плохая. То есть, ну, по крайней мере, то, что я вижу, бьется она очень даже неплохо. Ну и, соответственно, этой тачке досталось, вот ее развернул, сейчас я в эту часть ударил, дверь. Ну, то есть, видите, ну, а, по-моему, кстати, можем мы делать... Вроде бы, вот я знаю, ой-ой-ой, это что-то страшное. Это ж... Как-то, короче... Если постараться, то можно точно так же растягивать объекты. То есть, знаете, ну, как вы знаете, в Бимке можно там оттягивать двери и так далее. То вот, честно говоря, я уже ничего не помню. А-а-а! Еще вспомнил кое-что. Сейчас покажу. Вот если я сейчас правильно вспомнил, если точно сработает или нет. Я говорю, времени утекло уже очень много. И я последний раз играл эту игру, ну, не знаю, в начале 10-х годов, наверное. И как бы был сегодня очень приятно, так скажем... Ну, не удивлен. Мне было приятно, что я снова играю в эту игру. И сейчас, как бы, это происходит. И вообще, короче, это реально кайф. Особенно, когда ты осознаешь, сколько времени прошло и что. Ну, что взять, я не знаю. Не знаю, давайте возьмем какой-нибудь внедорожник. Вот этот вот хер знает. Как он? Нормально. Только, ну-ка, сейчас вот. Сейчас попробую, пацаны. Значит, ну-ка. F1. Не, подожди, F2. Во-во-во! Я не знаю, нахуя, но можно, короче, открывать двери. Подожди. Какая. Во, F1, F2. F1 закрыть, F2 открыть. И другие двери. Я не знаю, но это, блин, прикольно. На тот момент было, мне кажется, очень угарно. Как бы можно на ходу реально открыть дверь. Типа, причем каждую из них настроить, опять же, в управлении. Ну-ка. Сейчас что-то будет. Бах, нахуй. Ну, опять же, Бимка пореалистичнее и вообще, и по... ну, блин. Не зря же она вышла потом следом. То есть там, конечно, многие вещи подтянули, все такое. Но, бля, это, ну просто, ну я не знаю, ну это же круто, очень круто. Давайте я возьму Dodge Magnum, попробую. Ой-ой-ой, что-то его колбасит немножко. Что-то его немножко колбасит, но он героически пытается. Ебать, его трясет. Тихо. Ой-ой-ой, блядь, как ты ему... Блин, ну это офигеть можно. Это просто можно офигеть. Сколько времени прошло. Так, надо его сюда куда-нибудь припарковать. Можно не особо аккуратно. Можно, опять же, врезаться в этот форт. Вот так вот. И давайте попробуем взять что-нибудь еще. И еще врезаться в эту... В те тачки. Так, ну-ка, Камацу. Видите, просто нету превьюшек многих машин. Короче, это просто... Это реально крутяк. Можно, конечно, и грузовик, но не хочется. Такси.
Chevrolet. Ну чё, я не знаю, F200, F... О, Dodge Ram. Ну, кстати, можно... А Viper, кстати. Ну-ка, Viper всажу сейчас. Сейчас всажу Viper, ну-ка. А, еще, смотрите, можно выбирать. Офигеть, блядь! Я этого не знал! Так, еще... игра, ты не крашишься только. А, все нормально, это я уже это самое. Ну, она, естественно, тоже куча багов, там всяких этих самых нюансов было. И, как бы, естественно, она тоже хреново с оптимизацией там все. То есть, понимаете, вот сейчас вот, как бы, я играю на своем компе, а вот представим сейчас, да, что сейчас 2005 год. Какой-нибудь там максимум, я не знаю, что. Что там, Целерон, блядь, какой-нибудь был? Я не знаю, что. Что, я подвеску, да, разъебал? Ну, что-то эта моделька не очень сильно разбилась. Вот, и, как бы, само собой... По-моему, тут бибикать тоже. Что-то он не бибикает. Ну, надо с настройками, опять же, покопаться. То есть, здесь очень много всяких возможностей, о которых я уверен, что я даже сам... Ну, что-то она такая. Но я, конечно, ударяюсь не очень большой скоростью. Ну, что-то все равно происходит. Смотрите, что-то фара там немножко как бы это... Как бы что-то да происходит. Это уже прикольно. Надо взять что-то быстрое. Попробую сейчас врезаться в эти машины. Попробую подвеску проверить. И на трамплинчики прыгнем. Ну, конечно, друзья, я думаю, что сегодня я записываю в первый, может быть, в последний раз эту игру. Хотя, по-моему, кстати, может быть, я в нее даже играл. Блин, а не играл ли я в нее, блин? Вот как раз-таки тогда, наверное, на видос день в 2013-м. Не было ли у меня видоса все-таки? Я помню, что я хотел как-то потом что-то... Как-то в итоге не получилось. Или я забыл. Короче, я не вспоминал. Вот где-то в середине десятых. Может быть, я немножко даже вот реально в то время это последний раз сыграл. Может, и записывал. Не помню, честно. Но надо сегодня все проверить и просто... Ох, нихуя себе, Ford Windstar. Что он тут делает, блядь? Еще какой-то моднявый. Во-во-во. Бля, пиздатый Ford, кстати. Такой прям... Такой бусик хорошенький, да? Так, ну-ка, сейчас этот бусик превратится. Ну, нормально. О-о-о, чуть не пере... Че, на ходу? Смотрите, ну пизда-то же, а? Ну пизда-то же! Ну реально крутые повреждения, я не знаю. Что нужно было еще для счастья в 2005 году? Лучше что-то? Ну не знаю. Реально не знаю. Так, ладно, давайте попробуем проверить подвеску, все такое. Так, сейчас мы попробуем. Просто реально больше, как бы, я не думаю, что я что-то еще буду снимать в этой игре, потому что есть бимка, естественно, которая все-таки получше. О, это, блядь, уже не... Это уже... Ну, в бимке бы уже оторвало колеса. Здесь тоже что-то подобное может произойти, по-моему. Подвеска тоже деформируется, но в основном упор на именно кузов, на то, как он мнется и так далее. То есть, вот, например, сейчас вот мы можем наблюдать, что... Ну, похуже. Естественно, в бинке поприятнее уже, да, и как бы все. Ну, блин, я и не сравниваю, на самом деле, эти игры, потому что, ну, знаете, то же самое, что сравнивать, там, первую часть какой-то игры со второй, которая вышла, там, через сколько, получается, 8 лет. Ну, естественно, будет вторая часть лучше. Но все равно, реально, охренеть можно. Ну-ка, смотрите, а? То есть подвесочка, смотрите, отрабатывает, пытается, смотрите, едет. Вот это я понимаю. Ну, что-то, кстати, колеса там... Я вот пытаюсь понять, подвеска-то все-таки страдает? Или как бы как таковой повреждение подвески... Это что такое, блядь, черное что-то тут? Земля какая-то, блядь, непонятная. Не, подвеска, по-моему, неубиваемая здесь. Судя по всему. Хотя колеса могут отлетать. То есть, как бы, видите, тоже странно. Давайте в дерево попробую засадить этот минивенчик. И потом надо будет взять что-то быстрое, попробовать разогнаться и на трамплине прыгнуть. Потому что, в принципе, я даже не знаю, что тут еще можно смотреть. Но это реально крутяк. Я не знаю, это просто что-то невероятное, блядь. Так, ну-ка, попаду в дерево хоть. Понятно. Ясно, Санек. Ясно, Санек, разогнался! Сделал крутую... Оу-оу-оу-оу-оу. Ну, кстати, тоже неплохо. Зато проверили, насколько крыша может помяться. Она может помяться точно так же, как и что-то... Так, что? Это не ту кнопочку нажал. Так, ну-ка, изнутри. Оу-оу-оу-оу. Это просто пиздец, реально. Это реально какой-то пиздец. Я не могу поверить, что играешь в игру 2005 года. Охренеть. Сколько раз я сегодня сказал? Много. Согласен. Так, блять, что-то он не рулится. Все, рулится. Ну-ка. Ух, бля, нормально вошел. И чё? Офигеть. Ну реально, то есть точно так же с текстурки там что-то куда-то друг друга входит. Ну, бля, ну это пиздец. Просто затоталил бусик, блять, реально. Что-то тарахтит, как дизелек. Так, ладно, короче, нам нужна машина что-нибудь побыстрее. А можно, кстати, потом поставить еще, знаете, давайте я сразу поставлю. Мы еще попробуем врезаться прям в бочину, короче, этому Форду. Посмотреть, что из этого получится. Так, бля, такой, смотри, вообще, да? Смотри, а? Ну просто этого колесика, бля, болта... Не, охренеть можно, просто охренеть. Так, что можно взять быстренько? Что-то надо быстренько взять. Быстренько, Burnside Rack. Ну, кстати, как вариант, беспроигрышный. Я думаю, что он будет быстренький, да?
очень громко. Но зато едет быстро. Так что, пацаны, давайте посмотрим. Так, все, тормози. Это что такое? Чекпоинт. Что, блядь? Какой чекпоинт? Я какую-то гонку начал здесь. Хуяси! А, точно, тут все-таки еще такие. Смотрите, еще эта стрелочка 3D-шная, бля, выглядит реально как в 2005, даже, наверное, 2002 какой-то. Так, что, давайте попробуем сначала в этот. Ух, блядь! Въебался как! Нихуя себе! Ебать! Жестко, реально жестко, блин, к сожалению, я не мог. Охренеть, смотрите, просто наколотил тачки, блин. Ну, слушайте, на каркасе нормально выдержал удар. А этого немножко тут подразорвало, но ничего. А, я не могу теперь. А, я понял, в гонке типа нахожусь, да? Ясно. А трамплин-то можно оценить? У меня там есть целая машина какая-нибудь? Бля, я не могу реально. Я не знаю просто, как закончить эту гонку. Чтобы вы понимали, меню выглядит вот так. Ну, ладно, меню там есть еще другое, но вот как. А, да вам даже не видно, то, что там я нахожусь, потому что тут как бы резюме гейм, return to меню и exit game. Все. Больше я ничего сделать не могу. Как отменить ебучую гонку? Догадаться нужно, на что нажать. Бля, ебать, такой чувак, конечно, смешной. Охренеть. Так, ага, понял. А, все, аборт, отлично. Могу. Я не могу. Please clear the plus. А, блять, из-за этой машины теперь. Подожди, а ее никак, да, на колеса не поставить, только вот так. Ну ладно, сейчас аккуратненько подвину, еще раз гон. Ну, посмотрим, какие повреждения, как. А, блядь, я не знаю, как же заднюю передачу включить. Блядь, в натуре не знаю. А, знаю. Так, бампер, ну-ка, жопой, бах, блядь. Что там, нормально. Все, вот так и просто делается, вот так вот все, расчистил, так сказать, дорогу. Смотри, колесо даже остается, а, повернутым. Да, ну это жестко. Это реально жестко. Так, все, надо прыгнуть уже, надо посмотреть, надо что-то, какую-то жесткую аварию. Так, Chevrolet S10 Drag, блядь, курсор то пропадает, блядь, то появляется. Dodge Magnum 4x4. Вот эта хуйня, наверное, быстрая должна быть, не? Тоже ESP тут есть, типа. Я вижу, что там срабатывает АБС, тоже можно включать и выключать, видимо, ручник. К сожалению, не знаю, на какую клавишу, потому что... Как-то... Да ебучий, блядь, это... Нахуй мне эта гонка нужна? Так, ну-ка. Да что-то реально... Ой, что-то как-то странно управляется, не могу ее выровнять. А, вот, все нормально. Что-то ее влево тянет, я не понимаю. Блядь! А там ничего, что нету? Ничего... А я где? Ох, блядь, это вода, оказывается. А, вода выглядит как плоское что-то. И почему-то машина об нее не особо захотела разбиваться. Так, ладно, давайте все-таки, видимо, трамплин не очень удачно расположен. Попробуем просто разогнаться, что-нибудь дикое сотворить. Я не знаю, что там в конце. Блядь. А, конусы ебучие. Они что же, блядь, повреждения дают? 200 км в час, ребят. 200 километров. Ебать! Нихуя себе! Бля, что-то жестко, конечно. Ну да, что-то нереалистичное проглядывается. Я с вами соглашусь, друзья. Ну-ка. Нормально. Ну, в бимке я бы не поехал уже никуда. Немножко перекосоебило, но... Как бы в целом... Бля, ее вправо несет. Не, все-таки подвеска дамажится, только не так, конечно, жестко, как... Бля... А, вон колеса отлетели, пожалуйста. Ребят, ну как-то так. Вот такая вот игра, и, возможно, вот кто, честно, напишите, вот кто впервые сегодня узнал о ней. Вот честно, вот напишите в комментарии, поставьте лайк, мне будет очень приятно, потому что такие игры вообще приятно вспоминать, знаете ли, потому что, ну, блин. Мне кажется, многие не знали просто о том, что такое существовало. Да ебучий чекпоинт, что там опять он хочет? Бах, нахуй, все, пизда моторчику. Лобовушечка первая у нас сегодня, да? О, бля, ну это да. Это уже серьезно, пацаны. Реально накрошил сегодня машин, просто пипец. Просто пипец. Так, ладно, что-нибудь еще хочу, что-нибудь еще. Блядь, можно гонку, да, как там? Вот, все, отлично, сбил ее. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Honda Accord Hatchback Rally Extreme. А Extreme Tuning. Понял. Чё-то, вот это, по-моему, что-то знакомое. Вот эта тачка точно была здесь изначально. Только это был не Accord, я уверен. Это было что-то другое. Вот это, то есть, родная машина, в принципе. По-моему. Что-то мне припоминается. Там был грузовик точно изначально в оригинальной версии. Вот типа такой машины, еще что-то. Короче, бля... О-о-о. Слушайте, она-то бьется неплохо. Смотрите, ее прям складывает, а? Прям, я говорю, многое зависит от модели. Видите, вот это, по-моему, реально родная. Вот это, видите, повреждения какие. А вот тут, видите, ничего нет. Значит, соответственно, это, наверное, мод. Ну, просто въебался и пиздец. Просто пиздец. Просто вот, ну реально реалистично. Причем пиздец как реалистично.
Друзья, ну что, на этой ноте будем заканчивать. Огромное спасибо всем за просмотр. Пишите ваши комментарии, что думаете по поводу этой игры. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте ваши комментарии, это я, в принципе, уже сказал. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.